Роман Буров – приватний підприємець і людина з активною громадською позицією. Впевнений, що ми здатні жити в ліпшому світі. Варто лише його створення розпочати з себе. За допомогою соціальних мереж знайшов однодумців, разом з якими ініціює прибирання в різних куточках Миколаївщини. Закликає кожного зберегти чистоту навколишнього середовища. Отже, почали з прибирання міста, а потім вирішили вже і садити дерева. Доброго вам ранку! Здравствуйте! Сьогодні будемо говорити про акцію «Мільйон дерев за 24 години». Акція, власне, будемо намагатися посадити їх 21 березня. Зараз відбувається підготовча така стадія, так? Розказуйте взагалі, коли дізналися про цю всеукраїнську акцію, чому вирішили очолити цей рух і взагалі, хто, можливо, перший відгукнувся? Да, починав з прибирання, як би закінчив посадкою дерев. Как все получилось? Я, в принципе, всегда был настроен на какое-то озеленение, сделать что-то, какие-то полезные, да, полезные дела. И всегда в этом направлении работал. Я работал сам, и у меня есть определенная там небольшая группа людей, которые всегда активно помогают, ну, в этом направлении. И как-то, так как я смотрю всегда вот все, что касается экологии и озеленения, мне в ленту, как обычно, высветилась эта акция. И я решил в ней, конечно же, поучаствовать, потому что это действительно очень, очень классное дело. Если у нас получится, то это... Просто очень я иногда часто еще видел, в каких-то других странах проводились такие масштабные акции, там 2 миллиона, там... 3 миллиона люди садили за один день. И вот когда это появилось в Украине, это очень меня вдохновило, как бы. И я решил поучаствовать. Я перешел по их ссылке и подал заявку на... Но я, если честно, подавал заявку «Амбассадор». «Амбассадор» — это значит, что человек, который может посадить 200 деревьев. Я рассчитывал вообще это сделать один. Ну, думаю, 200 деревьев, как бы плюс мои ребята, которые в группе есть, я думаю, что они мне всегда помогут. Мы посадим 200 деревьев и внесем свою какую-то лепту. Але потім закрутилось. Да, ну как-то так закрутилось. Просто у меня очень много друзей, знакомых и очень активная страничка Facebook, ну и сейчас уже Instagram так получилось, что ну, я на Instagram особо не рассчитывал, как бы, но на данный момент Инстаграм намного больше дал эффекта, даже чем Фейсбук. Так получилось, что я вот решил посадить вот эти 200 деревьев и начал вот это все говорить. И оно как-то так быстро все распространилось, что, наверное, не знаю, увидели в Киеве или что, мне самому позвонили люди, ну, организаторы этого мероприятия, этого флешмоба. И предложили стать координатором Николаевской области. Я не знаю, как это получилось, я просто знаю очень много парней и людей, которые тоже подавали заявки, но они подавали заявки не амбассадора, а на координаторов. Я на координатора не подавал заявку, как бы, как таковую. Я думаю, что это доля, так оно мало быть. Чему обрали самый парк «Дружба» для высадки дерев? Парк «Дружба». Это все благодаря Олегу Гордію. У меня, я хотел посадить, ну, 200 деревьев на другой локации. Есть тоже одна проблемная локация, там она превращается на данный момент в свалку. Там, я не знаю, надо будет как-то, чтобы городские власти тоже на это отреагировали. И мы поехали с Олегом смотреть мою локацию. Как бы еще Аня Ганжул очень в этом, ну, помогала, спасибо ей. И она тоже была на этой локации. Но она, как бы, этот участок земли, он немножко проблемный. Там, возможно, в будущем планируются какие-то постройки. И посадить деревья, чтобы их потом оттуда выкорчевывали, не дуже хочется. И Олег говорит: «Ром, у нас есть старый парк «Дружба». Он сейчас перешел, ну, в владение города». Ну, там, по-научным. И говорит: «Давай там посадим, давай будем, ну, как-то восстанавливать этот парк, как бы. И все равно есть больше шансов, что там уже деревья останутся и их, возможно, даже будут поливать». Мы поехали с Олегом в этот парк. Там еще, если кто не знает, есть один из замечательных дубов горизонтальный. Он вообще уникальный, этот дуб.
Я думаю, что его нужно оберегать, я даже его там огородил как-то, потому что там возле него, ну так, немножко страшненько все. И мне тоже эта локация понравилась. Там есть хорошие прямые участки, прямо выделенные. И вот мы решили там садить. Больше я скажу, там решили садить из-за организации полива. И нам эту организацию полива пообещали, потому что посадки дерева, дальнейший уход за ним — это самое главное, как бы. И в данной локации нам пообещали полив. Ну вот так. Я знаю, що більшість дерев це будуть липи. Чому саме липи? Чому саме липи? Ну, не знаю. Будуть у нас в Миколаївці вже співати пісню «А липи цвітуть», так? Смотрите, сейчас еще более точная координация, какие, сколько каких деревьев будет посажено, идут немножко еще консультации со специалистами. Потому что Николаевская область довольно такой специфический район, да, как бы, и у нас солнце постоянно, и ну, немножко температурный режим тяжелый для деревьев. Мы сейчас еще ведем консультацию, и именно 21 марта, уже в день посадки, мы будем... Нет, раньше. Мы вот будем делать закупку саженцев где-то вот буквально вот на днях 6-7 числа. Сейчас мы сегодня... Не зарано ще? Вони доживуть до 21 числа? Они нам еще не приедут. Они приедут к нам где-то числа 18. Мы подаем заявку в питомник для того, чтобы они уже понимали, сколько нам подготовят саженцев. А до вот этой заявки осталось, конечно, считанные дни. И мы, получается, сейчас еще максимально собираем финансирование на закупку этих саженцев. И ведем консультацию все-таки еще больше, каким саженцам дать предпочтение больше. Потому что вот некоторые специалисты говорят, что лучше больше берез, а липу спрятать чуть под тенек березы, чтобы липа чуть меньше поддавалась агрессии солнца, как бы. А вообще еще предлагают, вот я вчера узнал такую информацию, почему вот садили все эти, почему так много тополей. Тополь — это быстро растущее дерево, и оно садилось для создания теней для основных деревьев, которые внутри. Жизнь тополя 45 лет, получается, а другие деревья растут, ну, 100 лет и больше, как бы. И получается, тополь — это дерево, которое садилось для создания тени для основных деревьев. Вот мы тоже подумаем, может нам какую-то линию еще тополя посадить, для того, чтобы он притянил эти деревья, чтобы они не так жарились на солнце. Ну, вот. Чи може долучитися до цієї акції мешканці області, наприклад, якщо у когось вдома росте багато, ну, є такі саженці, наприклад, якісь плодових дерев і так далі? Я от зараз, многие, ну, от там мені пишуть голови селищних рад, мені дзвонять з Первомайська, з Мостового, є люди, які організовуються, да, взагалі, на самом деле, це не означає, що флешмоб проходить тільки в парку Дружби. Каждый человек может организовать даже 10 деревьев, посадить, сбросить мне фотографии, сказать, сколько он посадил. Как бы, и мы это все, я как координатор, сейчас это все вношу в специальную таблицу и отправляю на Киев. И сколько наша область соберет действительно информации, вот мы подадим, сколько саженцев мы посадим. Если взагалі с Украины высадить, все разом выйдемо 21 числа и высадим 1 000 000 дерев, это будет рекорд? Да, это, если мы высадим 1 000 000, эта цифра внесется в книгу рекордов Украины. И, как вам правильно сказать, один из участников этого флешмоба является противником этой книги. И она будет фиксировать, ну, цей флешмоб. Яка потрібна допомога, можливо, і хто може долучитися до... Хто може допомогти? Хто може, наприклад, 21-го того ж самого числа знайти час і вийти посадити те ж саме дерево? Люба допомога. Інвентарі нас забезпечать. Я і русский, і український, мене чуть-чуть, ви вибачте, звісно. Я питаюся і по-українськи, і по-русски. Хоча лучше буду чуть більше по-русски, звісно. Значить, інвентар нам привезуть. Не обязательно, вот смотрите, мы ведем сбор средств сейчас, не обязательно вы должны там
сбросят деньги там на карту для того, чтобы мы купили саженцы или что-то. Вы можете приехать со своим деревом, вы можете взять свою семью, своего ребенка, приехать своим деревом, мы найдем вам ямку, и вы посадите, и это будет ваше дерево. И потом, когда ваш ребенок вырастет или что, это его дерево будет. Я вообще когда-то хотел, чтобы, например, один человек полностью взял ответственность за одно дерево. Он его посадил, он его поливал, он смотрел, как оно растет, и это его дерево, и он бы гордился, как оно растет. Я думаю, що можна буде згодом організувати подібний сквер, залучити всіх охочих, і можна буде створити таку свою миколаївську акцію, так? Да, конечно, да. Единственное, что очень тяжело согласовывать локации. Понятно, что все скверы в городе, там есть какой-то план посадки, уже все расписано, как бы, и мы не можем там прийти просто засадить там что-либо. Хотелось бы, чтобы тоже наши власти тоже садили побыстрее, эти скверы заполняли, чтобы мы не думали, что они там пустуют. Потому что если бы дали власть нам, мы бы их быстренько бы все засадили, у нас бы весь город уже был бы зеленый, честно слово. Потому что люди к этому очень хорошо относятся, как бы, и мы могли бы озеленить город в течение года. У нас бы вообще пустого места бы не осталось бы, я имею в виду земли. Но вот эта чуть бюрократия, она настолько все затягивает, вот эти какие-то там согласования, и все это просто страшно. Окрема тема для ранку. Це тяжела тема, і ми її не будемо затрагувати. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Роман Буров, громадський активіст, а також координатор всеукраїнської акції «Мільйон дерев за 24 години» в Миколаївській області, у місті Миколаєві. Дякую ще раз вам.